Уважаемые кеншенцы, в связи с установившейся холодной погодой начался ледостав на реках и водоемах города Кинешмы. Для обеспечения безопасности главой города выпущено постановление об обеспечении безопасности людей в период зимы. Спасателями за последнюю неделю в местах, особо опасных для выхода на лед, установлены аншлаги. Хочется вам напомнить, что безопасная толщина льда составляет 7 см. Выходить на лед сейчас крайне опасно. Дополнительно напоминаю, что регулярно будут проводиться рейды по местам, где будет осуществляться выход на лед. Будут составляться протоколы и выписываться административные штрафы. Но прежде всего хочется обратиться к вашему разуму и не допускать выхода на лед в этот опасный период.